На сцену приглашается директор макрорегиона Волга, федеральной торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Геннадьевич. Село Зеленое. Нижнекамский хлебокомбинат, Я приветствую вас на торжественном открытии распределительного центра «Казань» в моногороде Зеленодольск. Сегодня здесь высокопоставленные гости, представители органов власти, сотрудники федеральной торговой сети «Пятерочка», журналисты, наши партнеры. Спасибо всем вам, что открылись и разделили с нами радость в этот торжественный момент. Новый мультиассортиментный центр «Казань» поможет еще больше укрепить взаимодействие с местными источниками, продолжить организацию логистических затрат не только для нашей компании, но и естественно, для локальных позволений. Позволит обеспечить доступность широкого ассортимента в нашем магазине «Пятерочка» для наших приемных гостей. Итак, позвольте начать нашу торжественную церемонию. Я попытаюсь предъявить тебе Рустам Кулинчина. «Пятерочка». И вдвойне приятно, что здесь управление потенциально тех поставщиков республики, которые уже работают в системе «Пятерочка». И видим потенциально лучших наших поставщиков. Поэтому проект очень нужный, интересный. 38 тысяч человек, уже 30 тысяч человек запланировано. До 500 человек, это тоже очень правда, но и самое главное, товара, управляющая сеть системы «Пятерочка», она будет работать в интересе потребителей республики и в то же время в интересах поставщиков республики. Я хотел бы пожелать хорошей, успешной работы, уверен, что этот проект будет однозначно успешным. Сру, который справился с поставленной задачей, пожелаем нашим коллегам компании «Пятерочка» также быть лидерами в своей отрасли. А мы говорим доброе путь, хайбе сарата. Удачи всем! Центр будет работать на 700 магазинов
особенно искренне хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича и все руководство Республики Татарстан за оказанное содействие и всестороннюю помощь в запуске этого проекта. Это очень важная веха для нас. Как уже было сказано, спеццентр имеет 38 тысяч квадратных метров и позволит нам улучшить качество нашего взаимодействия с местными поставщиками, что нацелено на улучшение и усиление нашей основной миссии предоставления качественных продуктов по доступным ценам населению Республики Татарстан и ближайших республик. Я также хочу поблагодарить всех сотрудников Распредцентра. Без вас не было бы этого праздника. Я надеюсь, что ваша работа приведет к тому, что мы станем еще более ближе к нашим гостям и обеспечим их более качественными продуктами по более доступным ценам. Спасибо. Спасибо. В честь открытия спирального центра Казань торжественная погрузка палеты. Электросамелёв управляет Руслан Башанов. Поможет в любом случае купить взаимодействие с местными, обеспечить стабильное развитие.